Всех приветствую на своем канале. В данном видео я расскажу про проект DuiCoin. DuiCoin является уникальным гибридным мемкоином. Главной идеей в создании DuiCoin стала страсть к криптовалютам и токенам, которые основаны на мемах о домашних животных, особенно на мемах о кошках и собаках. Держатели токенов DuiCoin предоставляется пассивный доход, то есть 8% от всех транзакций будут пропорционально разделены между всеми держателями токенов DuiCoin. Еще плюс от держания токенов DuiCoin — это то, что чем больше у вас токенов DuiCoin, тем, соответственно, награда будет выше. Если я верно понял, это так же, как в постмайнинге. Преимуществом данного подхода к системе является то, что вам не нужно будет нигде регистрироваться для участия в этой программе лояльности. Все происходит прозрачно, любой желающий все это может увидеть и в любое удобное для него время посмотреть их смарт-контракт. Что касается налогов, то здесь вы их не отчисляете, все это делается децентрализованным образом с каждой транзакции. По ликвидности DuiCoin здесь у них 2,5% от общего числа токенов отправлено на кошелек, который эту самую ликвидность и обеспечивает. Поскольку этот кошелек также является держателем токенов, он продолжит получать токены, которые в дальнейшем конвертируются в BNB и DuiCoin, а затем отправляются в пул ликвидности. Первоначально в пуле ликвидности зарезервировано 255 BNB, которые заблокированы и обеспечивают рост цены на токен DuiCoin. То есть цена на токен будет определенно расти и обеспечивать постепенный памп DuiCoin. Также цена на токен будет удерживаться благодаря зарезервированным для этого средствам. 3% от общего числа токенов DuiCoin будет отправляться на кошелек сжигания с каждой транзакции. Чем больше токенов в кошельке, тем больше токенов он получает и сжигает. Для предотвращения большого дампинга максимальный размер транзакции составляет 0,5% от общего числа предложенных токенов DuiCoin. Проект DuiCoin поддерживает благотворительные организации, которые помогают кошкам и собакам. Для этого он отправляет 2,45% токенов в благотворительный кошелек фонда помощи животным. Ежемесячно, один раз в месяц, сообщество проекта будет выбирать фонд по уходу за кошками и собаками. Также часть пассивного дохода пользователей будет донатиться на благотворительную помощь животным. Фонды будут зарегистрированы, и сообщество проекта увидит, как вносится их вклад в добрые дела. DuiCoin основан на блокчейне Binance Smart Chain, то есть имеет стандарт BIP-20. Он уже залистен на всем известную биржу PancakeSwap. DuiCoin ликвиден, то есть может быть в любое время сконвертирован на другие токены или стейблкоины. Хранить его можно в любом кошельке, который поддерживает данный стандарт сети. Все ссылки на проект я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк или дизлайк.
пишите свои комментарии и не забывайте подписаться на мой